меня внезапно разбудил тяжелый топот ног. Быть может, слон к нам приходил, а может, носорог. Сбылась мечта моей семьи, торжественный момент. Нам пианино привезли, прекрасный инструмент. Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Мы купили пианино, интересно для кого. Папа занят, мама тоже, остаемся я и дед. Только мы играть не можем, потому что слуха нет. Стоит, как мебель у стены, несчастный инструмент. Мы пыль с него стирать должны, других талантов нет. Приходит в гости к нам сосед, и папе с мамой льстит. Какой отличный инструмент, как здорово блестит. Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Мы купили пианино, интересно для кого. Папа занят, мама тоже, остаемся я и дед. Только мы играть не можем, потому что слуха нет. Решили все-таки продать мы этот инструмент, но попросил нас подождать знакомый наш сосед. Играть он начал день и ночь, с ума сойдешь от гам. Соседу мы смогли помочь, а кто поможет нам? Мы купили пианино, сколько клавиш у него. Мы купили пианино, интересно для кого. Папа занят, мама тоже, остаемся я и дед. Только мы играть не можем, а играет наш сосед. У него мы купили пианино, интересно для кого. Папа занят, мама тоже, остаемся я и дед. Только мы играть не можем, потому что слуха нет.